Да, это я. Несчастная, которую вы погубили. Вам знакома эта монограмма? Я вас не понимаю. Видите ли, миледи, в Лондоне достаточно мошенников, которые интересуются знатными и богатыми фамилиями. Наша цель одна – уберечь вас от шантажа и вымогательств. Я в первый раз вижу эту монограмму. Бумага о твоем представлении целый год лежала у меня на столе. Но мне так трудно жить. Столько дел. Считай свое старшинство с тех пор, как Беринг тебя представил. Пускай про Беринга напишут. На мое имя. Ну а теперь ступайте, танцуйте. Это вам не Командорские острова. И хрустальный шарик. И пусть он себе катится. Ну превратите, ну что вам стоит? Ах ты, злюка какая. Нет, моя девочка. Волшебство следует применять только в самом крайнем случае. Ну так она и есть самый крайний случай. Одесса. Северная гостиница. Вчера поутру развернула газету и ахнула. Нам сообщают, что известный писатель Тургенев собирается посетить в ближайшем будущем Одессу. Вы можете представить, что я испытала, прочитав это. А особенно следующее. Иван Сергеевич Тургенев написал 4-актную комедию, в которой главную роль предназначает госпоже Савиной. Ну, в общем, я решил жениться. Да, вот, произошло такое в моей жизни. Ну, прекрасно. Я очень люблю, когда мои дети женятся. Один уже женился. Ой, Светлана Сергеевна, я думаю, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Все будет нормально. А у вас? У нас? Великолепно. Как-то странно вы это сказали. Все женщины из одного теста сделаны. Да, это новость. Ну что ж, значит, я с этой потаскушкой сделана из одного света. Если ты хочешь вернуть Гришу в семью, я тебе помогу. Я буду на твоей стороне. Ну, если решишь остаться на фабрике, я уеду. И больше тебя не побеспокою. Так что выбирай. Все зависит от тебя. Либо фабрика, либо семья. Ты что? Витя, Витя, сыночка, ты что такое говоришь? Ты что, ты молодой, сильный. У тебя все получится. Нельзя надежды терять. Нельзя от себя отказываться. Понимаешь, то, что вы с Аней решили, правильно. А зря. Надо думать, милый. Ну, думать надо с умом. Вот ты, Галочка, сколько знаешь? Давно. Ну? Я к ней прекрасно отношусь. Вот, это же самое главное. Хорошо относиться. А она к тебе, знаешь, как хорошо относится. Ну что, ну сколько у нее было женихов? Всем отворот-поворот. Ну я-то здесь при чем? Да она измучилась вся, Галя. Она же вся изнервничалась. Я была уверена, что ты не сможешь не помочь человеку, который к тебе так хорошо относится. Ну хорошо, я, ну аж. Я, Тамара Кирилловна, ну можно ее отправить в дом отдыха? В дом отдыха? Чтобы она вообще там свихнулась, что ли? Ты что? А что, ее в Париж, что ли? Чтобы она там... Вот! Что? Я была уверена, что любящее сердце тебе правильно подскажет. Конечно, Париж лучше. А? Нет, ты мой. Конечно.